У природы нет плохой погоды – девиз сотрудников производственного предприятия «Коммунальник», который, невзирая на переменчивые погодные условия, круглый год проводит различные работы по уборке, благоустройству и озеленению Бреста. Сейчас, например, ведутся работы по высадке 500 различных видов кустарников по улице Махновича. Город украшается ветвями хвои, не прекращаются работы по наведению порядка. «Коммунальник выполняет работы круглый год по уборки, по озеленению города, благоустройству, как бы вне зависимости от погоды. Выполняются также работы по посадке деревьев кустарников, устройство газона, украшение города. Выполняются работы по валке и обрезке деревьев, это моя бригада, валка аварийных деревьев и плановая обрезка по городу. Обрезка крон деревьев очень важна для нашего города. Зачастую ветви деревьев мешают зданиям, сетям электропередач. Сухостой рискует обломаться под порывами ветра, поэтому ведутся плановые и заявительные работы с целью обеспечения безопасного проезда транспорта и движения пешеходов для придания дереву формы и эстетического вида. Осенне-зимний период благоприятен для обрезки крон. Сейчас нет листвы, и ветви не такие тяжелые. После обрезки ветви отправятся для переработки на щепу. Работа творческая. Нам всем, всей бригаде приятно выполнять эту работу, потому что мы видим результаты своей работы, особенно когда по весне, когда все это распускается и принимает такой шарообразный вид, как в Европе. Несмотря на то, что зима выдалась по-европейски теплой, предприятие «Коммунальник» основательно подготовилось на случай гололеда и выпадения снега. Для борьбы со стихией закуплено 6 новых машин, и сотрудники готовы к развитию любой ситуации. Нами заготовлено 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Имеется на предприятии в технически исправном состоянии 32 пескоразбрасывателя, 11 тракторов со щеткой и с отвалом, 14 погрузчиков снега и 20 единиц самосвальной техники. Будем надеяться, что зима все-таки порадует нас белым искристым снегом, но ровно настолько, чтобы службы города смогли справиться с его уборкой.